Всех приветствую на канале интернет-магазина trailerbot.ru. Мы снимаем подробные обзоры на фаркопы от разных производителей. Пишите в комментарии фаркоп, на какой автомобиль вас интересует, и мы обязательно снимем видео. Переходите по ссылке в описании к ролику и приобретайте этот фаркоп со скидкой. Итак, фаркоп от компании Basalt подходит на автомобиль Honda HR-V с 1998 по 2006 год выпуска. В комплектацию входит фаркоп, крепежные кронштейны, электрическая розетка европейского типа с проводами, подрозетник, кованный крюк с шаром 50 мм, колпачок на шар, весь необходимый для установки крепеж, сертификат, инструкция по установке и гарантийный талон. Обратите внимание на отверстия, предназначенные для страховочных цепей прицепа. Фаркоп изготовлен с применением роботизированной сварки. Диаметр сцепного шара 50 мм, максимальная вертикальная нагрузка на шар 75 кг, тяговая 1200 кг. Масса тягово-сцепного устройства 20 кг 750 г. Все детали защищены от коррозии порошковой краской. Для установки необходим съем и подрез бампера. Этот фаркоп можно приобрести и установить на базе сервисного центра магазина «Вне дорог». Хотите приобрести фаркоп со скидкой? Переходите по ссылке в описании под видео.